Всем привет, друзья! С вами Константин Лазарев, и вы смотрите канал Лазарев Тактикал. Сегодня мы будем рассказывать вам вот про это замечательное изделие, винтовка Orsys F-17. Итак, друзья, сегодня мы рассказываем вам про продукцию компании Orsys. Здесь со мной находится Максим Байметов, это начальник отдела конструкторского сопровождения ООО «Промтехнологии». Максим, день добрый. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что за изделие здесь у нас представлено? Перед нами мультикалиберная винтовка Orsys F-17. Винтовка новая, уже поступила в производство. Она выполнена в трех калибрах, это 300, 308 и 338. Продолжение линейки Т-5000, были учтены все замечания, все предложения, и в конечном итоге вылилось вот в эту модель. Угу. Какие-то технические характеристики этой винтовки, в чем ее особенности, в чем ее отличие, допустим, от того же Т-5000? Данная винтовка позволяет очень быстро менять калибр применяемого патрона. То есть, если мы посмотрим на саму винтовку, у нас имеется быстросменное крепление ствола, здесь вот винты, мы раскручиваем винты, поворачиваем ствол, достаем затвор, разбираем ударниковый механизм, меняем личинку, вставляем нужный магазин под конкретный калибр. И все, винтовка готова к использованию. То есть, я так понимаю, имея одну базу, можно по сути иметь три разных винтовки путем смены ствола, ну и там дополнительных аксессуаров необходимо, да, правильно? Да, именно так. Насколько, скажем так, сложно в полевых условиях провести эту смену и, допустим, сколько она занимает времени? При наличии шестигранника можно поменять в течение 3-5 минут. То есть это вполне реально сделать, да, в каких-то полевых условиях, да? Да, да. Калибры у нас какие еще раз на этой винтовке могут ставить? 308 винчестер, 338 лапа магнум, 300. Соответственно, прочность конструкции ствольной коробки рассчитана на любой из этих калибров, да? Да, конечно. То есть заложен уже такой запас прочности, да? Теперь какие конструктивные особенности этой винтовки? Ну, прежде всего, принцип действия у нее какой? Это болтовой карабин, возможны различные модификации ложи, аналогичные Т-5000, то есть перед нами вот находится винтовка, имеющая квадрел, как вы видите, да, и приклад без монопода. Также доступны версия с более упрощенной шасси и приклад с моноподом. Про приклад немножко подробнее. Насколько я понимаю, он регулируемый. Какие регулировки позволяет делать? У нас есть регулируемая щека. Она регулируется по вертикали. Также имеется регулировка затылка. Он также регулируется по вертикали. То есть фиксируется складной механизм. Имеется механизм защелки, винтовка складывается влево.
Это единственная возможная модификация приклада или есть какие-то другие? На сегодняшний день это, ну, есть модификация аналогичная приклада только с моноподом. То есть у нас имеются две модификации. Насколько я понимаю, на всей поверхности винтовки у нас установлены планки Picatinny, да? Это базовая модификация или это уже какая-то опция? Это как опция. Базовая модификация у нас имеет цевье без квадрейла. Вот. И данная моделька это опытная. На сегодняшний день планка расположена на всю длину, то есть от квадрейла до конца ствольной коробки. Ствол в данной винтовке получается вывешенный или нет? Вывешенный. Угу. То есть таким образом, я так понимаю, достигается большая точность, да. Большая кучность оружия, да? Да? Стволы какой длины могут устанавливаться? В принципе, по пожеланию, по техническим возможностям и по пожеланиям потребителя мы можем сделать любой ствол длиной до 32 дюймов. Угу. Ну и, соответственно, вот в тех калибрах, про которые вы говорили, да? Да, да. Какие могут устанавливаться дульные тормозокомпенсаторы, пламегасители или, может быть, даже ПБС? У нас на сегодняшний день имеется 4-щелевой дульный тормоз-компенсатор и 3-щелевой. Я смотрю, вот данный образец у нас выполнен в зеленом цвете. Это уже базовая покраска, то есть она такой выходит с конвейера? По пожеланиям потребителя у нас возможны различные цветовые гаммы. То есть это как здесь зеленый, возможно, черный, возможно, песочный. Все зависит, конечно, от пользователя. Насколько данное изделие надежное и как его надежность, устойчивость к каким-то внешним воздействиям проверялась? При разработке данного изделия, изделие проходило все климатические испытания, то есть это холод, это жара, испытывался на полный ресурс винтовки. Он на самом деле достигнут не был, потому что мы... Ну, предприятие-изготовитель закрывает гарантированный ресурс. То есть на стволы крупных калибров у нас есть гарантия. 2500 выстрелов на сегодняшний день. Mm-hmm. Но это не значит, что ствол потеряет кучность и придет в непригодное состояние. Вы говорили, что проверялось жарой, холодом. При каких температурах? Плюс 50, минус 50. Mm-hmm. Шаг нарезов? В зависимости от калибра. То есть, если мы говорим про 308 калибр, то здесь у нас 11-300. Но все зависит, опять же, от потребителя. То есть, под разные патроны, разные пули потребитель может заказать себе любой шаг. Какие показатели точности демонстрирует ваша винтовка F-17? Данная винтовка удовлетворяет требованиям всех наших винтовок, это 0,5 МОА. 308 допустимая дальность это 800 метров, для 338 это 1200 метров. Масса изделия 7 кг 300 грамм. Усилие на спуске здесь, как и на всех изделиях Orsis, регулируемое от 500 грамм до 1,5 кг. На сегодня все, друзья. Напоминаю вам, что вы смотрели YouTube-канал Лазарев Тактикал. И рассказывал я вам сегодня вот про это замечательное изделие, снайперскую винтовку F-17 от компании Orsis. Как обычно, напоминаю, что было бы интересно услышать в комментариях ваше мнение по поводу данного изделия. Напишите, может быть, у кого-то уже есть опыт владения каким-либо оружием от Orsis. Напишите, как оно себя показало. Также, конечно же, интересно было бы услышать ваши вопросы. Если они есть, то, конечно, задавайте. Подписывайтесь на канал Лазарев Тактикал, ставьте лайки и делитесь этим видео. На сегодня все. С вами был Константин Лазарев. Пока!